Уделить серьезное внимание нужно подготовке специалистов в области энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Об этом на брифинге СЦК заявил доктор технических наук Асхат Леов. Он подробно остановился на задачах, которые поставил президент в своем послании Нурлыжол. В рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на формирование материально-технической базы которых направят до 10 миллиардов тенге в течение 3 лет. На базе этих вузов будет обеспечиваться связь науки с отраслями экономики и подготовка кадров. Для успешного выполнения подготовки высококвалифицированных кадров, вот как показывает мировой опыт, необходимо планомерно приступить к постепенному переходу ведущих университетов, и вот в первую очередь вот этой десятки университетов нашей страны, они озвучены, эти университеты, постепенному переходу их к академической и управленческой автономии, создать эффективную систему поддержки студентов, переход на гарантированное государством получение молодыми людьми технического образования.